Всем привет, друзья! Я сегодня нахожусь по адресу улица Семафорная, 181. Здесь вот такая вот проблема на крыше. То есть висит глыба снега. И ЖКО приехали, повешали сюда вот такую ленточку. При этом здесь вот ходят люди, рискуя. А как вы считаете, нормально, что ЖКО так проблему со снегом решает? Тут ленточку повешали и все. Вы сейчас вот прошли, над вами глыба снега висит. А, так они уже и давно ее, да, повесили? Она уже месяц висит. Да, ничего себе. Все, понял. А ЖКО в 183-м доме, да, находится? Да? ЖКО в 183-м доме. Да. Замечательно. Давай, давай. Вот она, видишь, уже рухнула половина. Так я-то вижу. Они быстрее сразу нарисовали. Вот я про что и говорю, что ленту повесили, а что толку-то? Люди так как ходили, так и ходят. А вот это вот следующее прилетит. Да, да, да. Я вот, вот сейчас... Они... Я и думал, они раз огородили. Ну и думал, сейчас приду, через недельку сделаю. Так я тоже так думал. Я просто 3 дня назад переехал вот тут недавно, начал на работу ходить. Ага. И я вот эту фигню увидел, как бы день прошел, два прошел. Ну ладно, суббота, воскресенье, думаю, выходной. Ага. Вот сейчас к ним пошел. Да-да-да, ну видишь, никого не убило, видишь, и все нормально. Да-да, у нас же так пока не бахнет. Вам страшно, да, здесь ходить? Конечно. А как вы думаете, почему в нашем ЖКО так... скажем, халатно относятся ко всему к этому? Ой, как вы думаете? Я уже... Не хотят работать? Конечно. Я уже еле ползаю. Не могу и сыночек. Вот, а вам, вам приходится обходить это все, да? Вот тут тропиночку, чтобы за хлебом сходить. Я вон там обхожу. Да я пошла платить. А ЖКО не подскажете, где находится? Вот в этом доме? Вот, вот здесь. Вот. То есть им лень пройти 2 метра и скинуть снег, да? Ага, да. Замечательно. Ну, сейчас пойдем сходим. Спасибо. Самое интересное, что ЖКО находится буквально здесь в соседнем доме сразу же. Сейчас мы пойдем туда, дойдем, узнаем, по какой причине снег не убирается, шифер висит. ООО «Винтех», режим работы с понедельника по пятницу, с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до часа, выходной, суббота, воскресенье. Девушка, здравствуйте, а кто у вас тут главный? Снимите эту с лица. Мне холодно, я вам вопрос задал. Где у вас здесь главный человек, который отвечает? Я не хочу разговаривать с человеком, которого я не вижу. Хорошо, вы меня видите. Да, вот кто? Человек, ну, что, прохожий. У вас на крыше дома номер 181 свисает снег. Пока ничего мы не можем. Уже месяц свисает. Вы повешали ленточки, и дальше какие движения? Я не повешала, ничего не знаю. Есть другая контора, которая обслуживает. Этот дом находится в вашем ведении, в Минтехе. Ну, не в моем ведении. Мы инженерное оборудование. По инженерному оборудованию. А то я отправила обвинение. По инженерному нет. Тогда дайте, пожалуйста, номер телефона тех, кто занимается чисткой крыши. Сейчас я запишу эту тетрадку сюда. А вы живете в этом доме? Нет. А вы кто? Я вообще с другого района. Какой он? Почему он? Висит снег. Где висит? А, да, это мы знаем. Стоп, что ли? Да, да, да. Там так висит. Вы знаете, уже месяц это висит. А туда не подъехать? Как это не подъехать? А туда не надо подъезжать. Достаточно на крышу залезть, лопаткой спихнуть и все. Ну хорошо, ну, а вас это какой, каким образом волнует? В смысле, я гражданин, который, ну, которому люди жалуются, пишут и говорят, я боюсь ходить на работу. Сейчас вы шла бабушка, ходите, только что бабушка давала интервью, что она боится пройти за хлебом, ей приходится обходить весь дом кругом. Мне только что. А откуда? Я блогер. А откуда она ходит? С этого дома. А что она там по этим ступенькам ходит? Там не ступеньки, там просто тропинка, по там которой все ходят. Тропинки, там девушка, не надо спорить, я только что там был. Да я знаю, об этом, просто об этом все знают. Там хороший проход, протоптанный, все еще уже видны. Мы еще раз напомним начальству. Висит снег, что, откуда? Висит снег на торце, да. На торце с крыши. Да. Со стороны, которая к вам крыша, с этого бока, получается, с задней стороны дома. Там вообще шифер уже съехал, скоро шифер полетит на людей. Где аптека, что ли? Вот дом 181. Ну, с этой вот стороны. Если с этой стороны на вас, только вот с того края, с того торца, тот торец у вас аварийный. Там балконы же. Там вот, вот на вот этих балконах лежит снег и висит. Прям вот такая вот глыба здоровая висит вниз. А у вас просто повешены ленточки. Я опросил сейчас только что 5 жильцов. Все сказали, что эти ленточки висят уже не меньше месяца.
У вас люди ждут, пока кому на ребенка на какую-нибудь бахнется этот кусок снега, сломает ему позвоночник. Все понятно. Я написала девушка в тетрадку. Что они написали? Приняли. Вы позвоните куда-то, примите меры, передайте это. Я как-то не могу позвонить, я не передаю. Я хочу сейчас видеть, что вы приняли меры. Скажите? Потому что я сейчас выйду, вы этот листик выкинули. Мужчина, и все. Вот у меня с тетрадкой. Он нас снимает на камеру. Я человек. Вот смотрите, есть у меня тетрадочка, которую я записываю. Хорошо, всякие. Тогда представьтесь, пожалуйста, чтобы было знать, кого спросить, если человек погиб. Я диспетчер. Вы будете ответственны. Ответственны. Хорошо. Что? Ваше имя, фамилия? Монакова. Дайте мне свое удостоверение. У меня нет удостоверения, я просто человек, который... Я все сделала, что положено. Вы представьтесь, кто вы? Вы, может, больше просто тоже прохожая, как я такой же. Так вы представьтесь тогда. Вы при исполнении. Да, я при исполнении. Вот, будьте добры представиться. Я вас попросил назвать ваше фамилию. В этом ничего страшного нет. Или вы боитесь ответственности? Нет. Тогда назовите имя, фамилию, и все, я пошел. Вы нет, не горячитесь. Вот там вот за углом есть полиция. Участковый, я знаю, я замечательно. Сейчас их вызову, и вызовите. И вот эти вот разговоры... Ваше имя, фамилия, пожалуйста. Я Монакова. Моя необходимость записать сюда в тетрадку. Люди придут, посмотрят. Хорошо. Монакова, имя, отчество. Людмила Ивановна. Все, замечательно. А вы кто? Я Романов Роман Алексеевич. Суть в том, что я вам передал информацию, будьте добры принять меры. Потому что месяц, вы понимаете, месяц висит. Не нужно так грубить, там все, уходим. Вы это грубите. Вместо того, чтобы сказать, извините, пожалуйста, мы там забыли, у нас там не хватает людей, вы начинаете все уходим. Это разговор, что ли? Это не мое дело. Хорошо, все, я вас услышал. Я вас услышал, до свидания. Да. Немножечко поругались. И нам пообещали, что в ближайшее время здесь все будет исправлено. Жек сказал, что это не они отвечают за вот этот снег, что это не в их компетенции, но они обещали передать там кому-то, что-то якобы там она записала куда-то. Вы, в общем, слышали весь этот разговор. И поэтому сейчас вот я аккуратненько обхожу опасную зону, которая типа как отгорожена вот этой лентой, чтобы не попасть под нее. И запоминаем дату. Сегодня у нас 13 февраля 2017 года. Мы вот наблюдаем, как большая глыба снега, целых две, свисает с крыши. И люди, проходящие по этой тропинке, которые не обращают внимания на вот эту вот намотанную на дереве ленточку, рискуют просто своим здоровьем и даже, возможно, жизнью, потому что вес этой глыбы, я думаю, не маленький. Вот. Теперь посмотрим, как быстро будут приняты меры, что вообще сделают ли здесь что-нибудь. Женщина, которая сидит в ЖЭКе, диспетчер, сказала, что все передаст, все написала, все будет хорошо, все исправят. Вот так вот. Ладно, всем пока. И Винтех, у ООО Винтех, видимо, такая модная привычка, что ли, весь район свой вот так обвешивать ленточками. Вместо того, чтобы принимать какие-то меры, чистить крыши, они просто все завешивают ленточками, все дома в округе. Вот такая вот интересная компания Винтех.